Строители уже заканчивают благоустройство территории на плато Ай-Петри. Остались последние штрихи – новые скамейки, тротуарная плитка, смотровая площадка, новое ограждение, много зелени и прогулочные дорожки. Место отдыха теперь будет сочетаться с ландшафтом. На сегодняшний день работа выполнена 90%. Сейчас, то есть, мы уже видим, на сегодняшний день у нас уже зеленые зоны сформированы, сформированы у нас уже пешеходные зоны все сформированы. В выходные дни зайдут озеленители. То есть здесь будет посажена трава, посажены кустарники. То есть будет все сделано для отдыха крымчан. Ну и гостей, конечно, наших. Ай-Петри – одно из самых популярных мест на полуострове. В украинские времена на плато вырос настоящий незаконный торговый городок со своими сувенирными лавками и ресторанами. И среди них потерялся вид заповедной территории. Незаконных кафе на заповедной горе было около сотни. Проблему тогда не решили. Украинские власти закрыли глаза на уничтожение заповедника. Вернуть первозданный вид плато Ай-Петри взялись только в российском Крыму. Несколько месяцев назад по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова начался снос самовольно возведенного строения на плато Ай-Петри. За это время картина здесь существенно изменилась. Постройки демонтировали, рабочие разобрали кровли, металлические и деревянные каркасы и перекрытия строений. Самосвалы вывезли строительный мусор. Именно отсюда обычно начинается дорога туристов к Ай-Петри. Но теперь здесь вид не на шалманы, как раньше, а на красоты легендарного плато. Вся площадка как на ладони. На плато Ай-Петри уже завезли несколько десятков тонн грунта для высадки растений. Несмотря на работы, подняться на гору туристы могут свободно на машине или по канатной дороге. Видно, конечно, что претерпевает изменения. Мы здесь первый раз, но от коллег вот по работе слышали, что здесь было очень много кафе, которые хаотично были расположены, что это нарушало природную структуру. Но вот сейчас чувствуется, что идет движение, наводится чистота, вот тротуарную плитку смотрим. Очень комфортно, видно, что работа продолжается, благоустройство, но тем не менее уже видны очертания будущего, так сказать, парка. Думаю, все красиво получится и уже достаточно приятно находиться здесь. Очень красиво. Все вообще очень красиво. Всем очень нравится. Мы приехали 7 человек из Калуги отдыхать в Крым. Крым наш. Все классно. Вообще супер. Более благоустроено стало здесь. Чище, лучше. Ну, мы, честно говоря, здесь достаточно мало были. Так только издалека видели. Но то, что видим, намного лучше. Делается реконструкция правильная. Я как понимаю, сделано движение в сторону природы. Все убрано. Из-за этого очень приятно посмотреть. Ай-Петри по праву является одним из символов Крыма. Ее вершина находится на высоте 1234 метра над уровнем моря. Это место привлекает тысячи туристов. Планируется, что зона отдыха будет полностью готова к 1 октября. Асан Абиблаев, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет».